Да. Всем здравствуйте. С вами, как всегда, мы. И мой мой больной голос. После прошлого... Ну, понеслась. Я не пойду вперед. Я не хочу падать. Я не хочу. Вот такая подстава. Ладно, я упал. Даже пушек нет, да. И такая подстава. Ха! После прошлого это уже не так. Нет. Ёп. Вот это так! Я далеко был. О, нам, мне дали Фомку. А мне? Тебе не дали. Вот наши кирпичи с прошлой карты. Все еще бетон держится. Так. О, бери дробовик, тогда я буду бегать с Фомкой. Так. И... Ну, мне кажется, нам куда-то надо. Да ладно, правда что ли? Серьезно, что там? Нет, ты говоришь, там куда-то надо. В этом смысле? Вот так, мне это почему-то так кажется, знаешь. Просто есть ощущение, что нам куда-нибудь надо. Я на диванчике сижу, мне норм. Хорошо. Рядом батарея, тепло, все хорошо. В руках дробовик. Чувствую себя... В теплоте, уюте и в сохранности. Мне кажется, что что-то в бассейне есть, нет? Нет. В бассейне нет дырок, нет? Дырок? Или это вся карта, и больше это конец? Пару шуток. Пару шуток, где я посрался, ты искупался, и все. И хватит для начала. Главное, что... Чтоб я не искупался в том, чем ты испугался. О! Серьезно? Серьезно? Очевидно. Хренов Майнкрафт. Саный Майнкрафт. Не просто же так тебе дали Фомку. Работай, работай. Че ты смотришь? Работай давай, работай. Проблема, что я там слышу что-то нехорошее. Иди сюда ближе. А то видишь, ты там стоишь в километре. Пару испугался. Да. Че мне там? Че хера какая-нибудь штука вылезет. Как только ты последнюю доломаешь. Мне надо, слушай, а прикол, если короче, овер 900 штук. Чего? Прикол, если их овер 900 штук. О. Ключ. Я пошел. Я пошел, выпусти меня, сука! Нет! Сука, выпусти меня, давай! Так все равно не коца. О, нам открыло сразу второй. А здесь так это не работает, то есть надо именно было эту долбать, причем это так очевидно, конечно, да. Здесь больше никого нет, ну кроме вот него. Ну пойдем нам сюда. Не, нам сюда. Ключ же мы не просто так получили. Почему вечно я должен ловить на себя всякие крипы? Ты не испугался? Ну в этот раз нет. Воу. Видимо, я должен был умереть. Тебя куда-нибудь перекинуло? Да. Куда? На начало. Так, понятно. Блин. Я просто пила коннект прописал. Ну, по сути... Ну, по сути, разницы, да. Ну, да. Я как бы тоже без оружия, так что все нормально. Так. Что-то пошло не так. Ладно. Ему видней. Ты перепрыгнул? Да. Это, подцепи меня. Дай руку, дед. Че ты, блядь, руку дай. Давай, на старт. Внимание, пошел в марш. Так, ладно. Сует он мне там в ухо. Дин-дин-дин. Я пока выключу.
Ну здесь есть еще, не? Нет, пушфонки нет. Фомки нет, обидно. На стереобоих фомки нет, проблема. Но. Самый дед сидит ржет. Я видел как-то. Давай, прыгай. Я видел, короче, как это самое. Ты такой, мя, и у тебя голова такая мотается. Мя. Это печально. Я решил схитрить, короче. Блин, я хотел тебя подпилить, чтобы упал. Ой, тут чувака утащил, слышь. Я не могу дальше пройти, почему я не могу дальше пройти? Значит, туда нельзя. Иди, крепуйся. Нет. Иди, дед, иди. Харес закрывает. У меня сердечный приступ будет, мне нельзя, бля. Вот там решетка, там по-любому кто-нибудь вылезет. У нас даже фомки нету. А, уже есть. Нет, там нет никого. Давай я тебя подсажу. У меня такое чувство, что эти ящики нужны были, чтобы мы туда залезли. Ладно, есть другой способ. Толкаем диван! Давай, запрыгивай на меня, посмотрим, что. Давай, грузчик, толкаем диван. Толкаем диван, мужик. Толкаем диван. Трупина, уберись. Толкаем диван. Ой. Я упал. Не, он низко. Да отойди! Запрыгивай. Я не могу на тебя запрыгнуть, но ты прикол. Ты отскакиваешь. О, запрыгнул же. Нет. А, вот теперь запрыгнул. Давай ручку стартер. О, да ладно, запрыгнул, красавчик. А, это лестница, лол! Вообще! Ты наш единственный путь к свободе чуть не сломал. Вторая фомка. Ой, это мне. Ну чё, уйди свою жопу, дай фомку взять. Так дай фомку. Уйди! Так фомку дай взять. Чё он не берётся? Так, что туда-то пойдем? А, туда нельзя. У меня фомка не берется. И в чем прикол, скажите мне на милость. Обратно. Автор, ты дебил! What the fuck? Может, нам что открыли? Ай. Стоп, мы же ключ взяли. Какой ключ? Ну мы взяли там ключ. Маленький такой ключик, желтенький. Я не видел. Вот здесь ключик лежал, в центре, вот тут вот. Так это для следующего прохода. Ну да, но вот где-то что-то же должно было. Вот здесь вот он был. А, вот. Он открыл дверь вот эту? Да. Так, ну что, дубль номер два? Ну давай, чё. Ну давай, да? Я ну ловчился. Хренак упал, да? Блин, да. Я слишком много назад отступил. Теперь я буду снимать твои неудачные дубли. Только с первого раза прошел, да? Был бы тут нормальный бег, я бы с распрыга залетел бы. Блин, промахнулся. Сейчас, смотри. Блин. Ну был толчок, ты видел, да? Да пошел ты. Не-не-не. Я не подошел к краю.
Слушай, стой! Не туда. А что если нам это фомка? Я надеюсь, ты ее не выбросил? Нет. Что если это фомка, ее можно как-нибудь к двери приспособить, так и открыть? Ну давай, ну ее вниз надо, да? Не-не-не, не туда. Какой дверь? Если ты... Мы ее там не принесем! Мы ее там не принесем. Ну, может быть, да. Как тот ключ, например, да? Да-да-да. Дед, где Фомка? Просто Фомка. Не канает. Что-то как-то не работает, да. Серьезно? Чпоньк. Посмотри назад. А что ты как открыл? Фомку приложил. А, лол. Так, подожди секунду. Стой. А вперед ты побежишь, ладно? Дедуль. Ах ты ж дед, шлавливые глазки. Хорош. Ладно, пойдем. Спускайся. Не, вот тут лесенка. Так. Оу. Опять! Дед. Че, все что ли? Идем! Так идем. Идем. Я, короче, в итоге, так понял, я один буду проходить эту карту. Потому что лысый дед не со мной. Он меня кинул. А мне стыкотно. Дед, блин! Все, я вернусь. Дед, блин! Пойдем. Дед меня, короче, не кинул, он вернулся обратно. Пошли. Ты автомат где-то нарвал? А у меня даже фомки нету. Это мне никак не помогло. Дверь все равно не открыта. А что ты? Куда идти? А, вот нам туда ведь. Куда? Мы там были. В смысле, мы отсюда пришли? О, тут ключ. Я ключ нашел. Ой, зря ты, походу, его достал. Почему? Ну, как тебе сказать? Нет, ну он же должен быть. Не, иди туда сам. Ага. Нет, это было вообще не это. Никак. Женщина, которая кричит. О, круто. У моей голос пропал. На меня теперь никто орать не будет. Где? А, вот. Что за херня? Ты что там делаешь? Ты в текстурах, что ли? А, вот ты где. Я говном гандашивал. Ты приколись, каково мне? Дед, заходи ты. Не, ну я как бы, я пытался, да, ты, я пытался не сматериться. Все? Не ломается. Заходи. Заходи. Ага. Ну, что короче, там? Тут тупо огонь, и я типа должен как умереть. Выпустите меня, тут жарко. Я не могу тебя выпустить. Походу тут только килл. Только килл, только он работает, да. А. Ну как ты сейчас скрипанулся-то? Это надо было видеть. Лезь давай. А мы не оттуда пришли? Нет. О-оу. Что-то мне это не нравится. Просто все бомбалейло и чё? И чё? Это конец?
Я не думаю. Автор же должен был что-то сделать. Что? Вот-вот-вот, как я это должен был узнать, простите? Слушай, ну мы вот тут убились бы. Оу. Оу. Что-нибудь понажимать дайте, дайте. Что-нибудь должно произойти, по-любому. Что-то мне не нравится, все лазера. Нет, нормально все. А если в два аута, кстати, не? У тебя прямо из это... и штанин. Встань, штанина. У тебя тоже из штанин. Не, ничего не работает. О, тут дверь. Не работает. Я достаю из широких штанин. Так. Ага. Как ты туда прошел? Все. The end of the map. House of the horror. Horror part 1. Вот такие дела. Кое-как прошли, короче. Короче, тухляцкая карта. Всем хаюшки, да? Чё? Всем привет. Это... О, тут есть эта штука. Да, только не пользуйся ей. Иди, иди, да. Я не хочу туда идти. Там дробовик как бы. Ха. Блин, дверь закрылась. Дверь закрылась. Оу! Серьезно? Все, что ли? Ага. Да уйди! Бери ее! Хорошо. Видимо, нам можно только в те двери, которые открывают. Иди! Ладно. Что-то... Иди! Длинный такой туннель, я бегу за тобой. Давай, я бегу за тобой. Что ты? Иди, давай! Кажется, проблема сзади, а не спереди. Там что-то моргают. Давай, давай, беги. Чё? Ой. Блин, туда-сюда, короче, надо бегать. Пока что-то не произойдёт. Все хорошо, да? Ой. Олимпиада, ё-моё. Ладно. Может, ты там останешься? Вот, да, я тоже так подумал. И кому-то из нас повезет. Кому-то из нас будет очень весело. Ой, я застрял. В смысле застрял? Серьезно, я говорю, я застрял. А, так она сужается. Охренеть, серьезно? Стой, 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 стой. Сейчас я попробую. Все, не-не-не, все нормально. Все? Да. Блин. Она сужается. Я застрял. Знаешь, тебе повезло. Мне кажется, она сейчас от это. А, во. Опять бегать? И чё? И чё? И чё теперь? Так, хорошо. Оу. Тут две стены, три стены. Хрена там блок стен. Короче, я выбрался обратно через ноклип, давай ты так же. Ну я не знаю просто как. Что там делать? А я стены раздвигаю. Твою мать, сука. Ну, ты где там? Привет. Ученый раздвигатель, блин. А, иди.
не страшно. Не страшно, не страшно. Я не боюсь. Я не боюсь. Так уговаривает все, да? Страшно. Уговаривается. Смотри, там что-то есть. Event. Event. Need to find something to... Нужно что-нибудь, чтобы сложить. В смысле сложить? Что-нибудь нужно найти, чтобы это что-нибудь сложить. Подождите. Чё нашёл? Ну, короче, автор мода нам предлагает что-нибудь сложить. Проблема в том, что... Проблема в том, что у меня нет грави-пушки, в отличие от тебя. Кстати, вопрос, почему у меня нет, а у тебя есть? Откуда у тебя все оружие? Не знаю, у меня все оружие есть. Дули с фотоаппаратом, ё-моё. Хорош! А что это такое? Фотоаппарат! Ты себе скриншоты сейчас делаешь. Да? Ой. Куча скриншотов так насрал просто, да? Где? Кого сложить? Куда сложить? Я думаю, вот в этой комнате есть стул. Может, он подойдет? Вон, я тоже тут пушки смотри. Не, их нельзя подобрать, что самое смешное. О, да, подошло. Что подошло? Прыгай на стол. А. Залезай внутрь. И жди меня там. Подожди, не иди, жди меня, дед. Все, пойдем. Хорош баловаться с гравипушкой, убери ее. Да убери, возьми фомку. Ты мне подпер. Возьми фомку, дед. Хорош. Иди. Да меня эти текстуры не пускают. Так возьми ее, ё-моё. Я текстуру двигаю. Ты зачем на меня труп свалил, дебил? Сука, имбецил. Как мне подниматься теперь? Я застрял, во, все. Уйди, дед. Тебе у меня труп свалил. Во. Не страшно. Потому что не было громких звуков. Вот таких. Хауста. Да, ё-моё. Что происходит? Волосики видишь? А, они невидимые. Да. Бей волосики. Волосики? Да, потом, потом у меня волосики. На записи посмотришь, о чем я. Да я понял, я видел, видел. Че за звук? О, мы электричество включили. Конечно. Давайте. Она исчезла. Кто? Дверь. Проблема в том, что ее еще и перепрыгнуть было нельзя. Радиация, там кто-то есть. Там никого нет. What the fuck? Что тебе с людьми так? Нам вниз точно не хочется. Блин, ты во мне бежишь. В смысле? О, нифига у него. О, дверь. Так бегущий. Деда накололи, беги давай. Так я не могу, ты мне мешаешь. Присяй, дура. А, да пошел ты. Ты живой, что ли, господи? А, надо было прыгнуть, чтобы пройти. Господи, толстопопый, иди вперед уже. О, ну, кто меня бьет? Опять что-то невидимое. Да. Да бей его, оно впереди тебя. Да твою. Где сюда? Я думаю, здесь многие люди умерли. О, у меня есть классная штука. Тебе понравится. На будущее. Против всяких этих тварей. Откуда она у тебя? Да у меня все пушки есть. Откуда? О. Я и спрашиваю. Водичка. Ну куда-то вниз.
Мне кажется, здесь мы должны начать задыхаться. Так. Ну, пока не особо крипово. Я думаю, после той карты с поездом нам уже ничего не сыграет. Серьезно, просто. Остальные карты ни о чем в этом плане. Эй, погоди меня, дед, погоди меня, я не могу выбраться. А, вот все нормально. Где? А, блин. Кто-то там есть. Оу-оу-оу. Где они? Пошли вы. А, слушай, это эти толстые. Ты читер. Снизу ничего не надо брать, нет? На этот раз сказал, я пойду первый, да, и, короче, такой в какой-нибудь крип влип. Тебе прет на них. А знаешь, смешно, если отсюда, короче, это поезд поедет. Нет, там вроде далеко еще вперед можно. Оу. Воу. Это было больно. Знаете, ребят, ну вас задница. Это конец, по-моему. Не, мне кажется, что это не обязательно конец. Так, дед, подпись. Тут надо набирать килл, по-любому. Дед, не совсем. Ну, ты-то да. Оооо! Угадай, где я? А сам вначале, да? Так, что там? СВ читс? А я дошел до двери. Автор-шутник! Автор-шутник! Так, куда идти-то там надо было? А, вот по канализации. Проходи. Ну. Как весело. Дверь в никуда. Проходи. Да? To be... А. Все? Видимо. Когда-нибудь это будет, типа, продолжено. Понятно. Ну, веселое, да. Понятно. В общем, ладно, всем спасибо, всем удачи, пока. Да, давайте, всем до скорых встреч, удачи, пока.